Правила золотого сечения и 2/3 естественное освещение и гармоничный фон. Вот секрет хорошей фотографии. В Химках прошел мастер-класс «Три секрета и 7 простых шагов к идеальному фото в Инстаграм». О всех технических тонкостях цифровой картины рассказал Владимир Смышленков. Он фотограф с большим опытом. Его работы выставлялись в галереях Италии и Франции. Участники мастер-класса узнали, как пиксели, матрица и базовые настройки камеры влияют на конечный результат. Количество мегапикселей – это не залог хорошей фотографии, а залог хорошей фотографии – это размер матрицы. Ну и плюс еще узнал для себя некоторые моменты, секреты, как делать хорошие снимки. Чтобы они набирали больше лайков в Инстаграме. Говорили и о продвижении профиля, ведь хорошая фотография – лишь полдела. Подобные мастер-классы проходят в городском округе часто. Полную информацию можно получить на официальном сайте администрации.